На столе, потому что задача также школы и преподавателя, как распределить. Курсы, но в определенной степени, можно сказать, не всегда были синхронизированы. Обратиться к архивному материалу, ссылки на который содержится учебник. В этом, мне кажется... Чего угодно, не только европоцентризм. У нас были большие дебаты перед единой программой. Я благодарен авторам и Владимиру Вячеславовичу. Все учебники, в том числе и идеологии, до 25 года мне планируют... Если что, говорится и о том, что борьба... Спасибо. Давайте переместимся теперь в другую часть зала. Пожалуйста. Спасибо. Благодарен всем, кто здесь выступал, потому что я... истории только для того, чтобы знать свое прошлое, это правильно? Было и, возможно, и будет дальше. Как с сериалами, вот те сериалы... В чем в самом начале сказал, и Владимир Петрович, совершенно по-другому выглядит учебник. Понимаете?